Здравствуйте, дорогие родственники, друзья, все зрители канала. Сегодня на ужин у нас перловая каша. Водичку я подсолила чуть-чуть, положила туда в кипящую воду уже перловку, морковь и грибы. Сначала перловка покипела, потом уже положила морковку с грибами. Они были у меня заморожены в морозильнике, в морозилке. И вот такая вот легонькая каша постная получилась. Можно маслечко немножко линуть, но у меня грибы были пожарены с растительным маслом, поэтому я и не стала больше туда лить масло и не стала пережаривать лук, хотя было бы, наверное, вкуснее. Но я посыпала туда сухого чеснока при окончании варки и положила лавровый лист. Каша получилась вкусная. Всем доброго здоровья и мир дому вашему!